Вот водопад. Мы с вами пришли рисовать его. Сейчас попробуем. Расположились очень удобно. Сейчас открою баночку с водой. Воду здесь, я думаю, тоже поменять не проблема будет. Сейчас попробуем с вами изобразить, ребята. Я думаю, что здорово будет изображать вот эту часть, где пробивается солнышко между деревьями и спускающуюся воду. Вот это место я имею в виду. Вот так это и изобразим. Попробуем. Хотя тут есть еще интересные, конечно, виды. Например, вот так человек с удочкой. Или на мостике кто-то. Мы попробуем взять вот так. Начинаем сверху вниз идти. Вот с самого верха небо. Но небо у нас не такое голубое на самом деле. И можно его... Вот где
водопада спускается вода. Вот здесь вот очень много белой пены, которую мы должны тоже изобразить. Причем, если вы присмотритесь, то белая пена перемешивается с желтой. И тут даже вот немножко желтый цвет появляется, от солнышка блестит вода. Желтый. Вот, а как сделать такую темную-темную воду? А видите, в ней отражается и небо, и приобретает еще, смешиваясь со самим цветом воды, определенный оттенок. Мне кажется, он такой зелено-горишево-фиолетовый. Так и пробуем. Местами. Стараться, чтобы он белой пеной нам. И вот они. Лишневатый тоже такой мы видим там. Так получается вода у нас. Теперь можно попробовать прописать стволы деревьев тут, там. Самое такое темное место мы там уже самые темные участки на нашем рисунке. И то таким вот разбавленным черным цветом. Здесь стараемся передать цвет и тень. Вот там. Темное место. Вот так. И очень здорово, что можно это отражать водопад, сидя прямо у воды. Вот. Наслаждаясь этим чудесным местом пейзажем. А так тут еще люди ловят рыбу. Вот. Даже можем с вами посмотреть, пока сохнет наш рисунок. Это наш улов. А вот тут рыбка. Рыбку поймали.